Денис, одна из ключевых проблем этого года – поиск новых поставщиков, замен тех, кто ушел. Насколько эта задача для вас сейчас стоит, скажем так, во главе угла, и как вы с ней справляетесь? Ну, в целом справляемся. Ну, а если есть чуть шире? Проблема, наверное, не с поставщиками, наверное, как таковыми, а с товарами, которые по каким-то причинам выпадают. Может быть, либо из-за тех же самых поставщиков, либо из-за каких-то решений некоторых стран, которые поставщики, наверное, не могут обходить. Вот. Есть ряд просто товаров, которые сейчас действительно из-за этой ситуации выпали достаточно плотно. То есть такие, как виски шотландские. А проблема, например, с рыбой, с насемку, цена подскакивала там на 70-80%, и сейчас на рынке тоже дефицит. И что вы в таких случаях делаете? Ищем варианты, ищем какие-то обходные пути. Надеемся, ищете что... пути привести то, что, скажем, сложно стало, да. Либо привести что-то взамен? Ищем какие-то альтернативы, так или иначе. А вот сложнее всего заместить кого? Если вот смотреть на ваш ассортимент. У нас в ассортименте довольно большое количество все-таки импортных товаров. Это, наверное, порядка 50% товарооборота. Мы делаем на поставках из-за рубежа. Угу. И часть ввозим сами. Большую часть, конечно, возим через дистрибьюторов и наших партнеров, которые сами заключают прямые контракты уже с иностранными производителями и завозят этот товар и дальше дистрибутируют в России. Вот. Понятно, что все эти цепочки, они так или иначе претерпели изменения, какие-то поставщики ушли, но в целом ничего критичного. Там, судя по полкам супермаркета, там, в целом ничего критичного нет. Хотя, конечно, по ряду групп и категорий, ассортимент так или иначе либо обновился, либо там где-то пока еще проредился и не восстановился в полном объеме, привычном для нас. Знаете, вы обозначили виски, рыбу, а вот что еще вот такое самое? Сейчас, на мой взгляд, с пивом проблема, потому что импортного пива европейского нет, дистрибьюторы перестали его возить, отгружать. То пиво, которое идет с азиатских рынков, оно не очень привычно нашему потребителю и стоит принципиально дороже из-за логистики. Наши поставщики также испытывают дефицит сырья, и это тоже чувствуется по полке. А вот случай, когда вы говорите, как вот с рыбой возникла ситуация, когда она сильно дорого стала стоить, вы как в этом случае поступаете? То есть кто платит за подорожание этой рыбы? Понятно, что у нас в себестоимости, мы 25% оборота делаем на собственном производстве. Понятно, что рыба является одним из важных составляющих сырья для данного производства. В целом структура себестоимости нашей продукции такая, что сырье составляет от 60 до 70%. В структуре себестоимости фабрики. То есть 30% это добавленная стоимость, связанная с использованием оборудования, труда и энергоресурсов и всего остального. Но 60-70% это себестоимость материалов, упаковки и в первую очередь, конечно, сырья. И когда основное сырье там, для рыбной какой-то кулинарии дорожает на 70-80%, понятно, что влияние на конечную цену тоже весьма существенное. И, конечно, мы его в полном объеме на полку не могли даже перенести. Но это заметно именно по рынку, потому что семга, она пропала с прилавков всех прочих магазинов, но она осталась в Азбуке Вкуса. Хотя, конечно, по более высокой цене. То есть вы сокращаете, получается, количество, допустим, блюд с семгой в этот момент, с рыбой? Нет, мы сокращаем маржу на данных блюдах. Они остаются? Они, конечно, остаются, но в надежде, что покупатель все равно будет за ними приходить и продолжать покупать не только их, но и все остальное. А вот, кстати говоря, про рыбу. Очень многие говорят, что рыба сейчас, люди ее меньше едят. Вот вы как замечаете по поведению покупателей? Скажем так, вот когда такая ситуация происходит, люди как-то чувствуют это, что вот рыбы меньше, рыбы нет? Рыба, она как таковая, наверное, тут очень здоровая
питания. Поэтому, ну, она, по крайней мере, в Москве, она дорогая. Поэтому найти, наверное, вкусную, качественную рыбу, ну, сильно, немножко сложнее, чем найти колбасу и сосиски. Вот. Поэтому, конечно, те, кто, у кого есть такая задача, и кто с любовью относится к своему организму, конечно, рыбу покупают, едят, и это вкусно, это полезно. У вас Но есть... это дороже, приходится чем-то жертвовать. Да. У вас еще проект с фермерами, который вы начали в этом году, кабинет фермера. Это вот для чего? Это такой запрос от них или это вам надо? От кого инициатива исходит? Проект, исходит? Это мы его не вот сейчас там на коленке, что называется, за две недели слепили. То есть мы довольно долго его готовили и готовили именно техническую платформу и сам проект. Сам процесс-то довольно, в принципе, сложный. То есть мне казалось, что можно фермера вовлечь и как-то заключить с ним какой-нибудь там небольшой коротенький договор. Но в ритейле так не работает, потому что ФАС зорко следит за тем, чтобы у всех поставщиков были одинаковые права. Поэтому договор нужно заключать, естественно, сразу там, большой и полный. Это требует большого количества времени, согласования, там, доработки. В случае с фермерами это большой объем доработки продукции, не знаю, упаковки, этикетки, нанесение необходимой информации, выполнение там каких-то санитарных норм и так далее. В случае с азбукой вкуса это всегда еще обязательный аудит производства фермера, фермерской площадки, то есть для того, чтобы мы понимали, как он относится, в принципе, к производству и насколько вероятны те или иные нарушения качества продукции. Потому что мы за нее несем полную ответственность перед нашим любимым клиентом. И понятно, что когда мы его запустили, то мы за первые, наверное, 2 или 3 недели получили больше 400 заявок от фермеров. И это хорошо, и это правильно. Сколько из них дойдет до полки, скажем так, по опыту? Да я думаю, половина дойдет. Половина? Да. Здесь основная сложность, вот, которую должен был решить, мы решали там для себя как ритейлер. Дело в том, что фермер – это всегда небольшое хозяйство. Когда фермер приходит в сеть, то сети, естественно, проще поставить продукцию там сразу везде. Это простота управления матрицей, выполнение договорных отношений, упрощение там, не знаю, логистики там, и всего остального. Но это одна поставка, большая пришла, приняли на всю сеть, потом распределили. В случае с фермерами понятно, что это небольшое производство, если он реальный фермер, если это не завод, маскирующийся под выпуск фермерской продукции, тогда это небольшой объем производства. Тогда это все сложности, связанные с определенными договоренностями, с поставкой этого ассортимента только в определенном количестве точек, которые может потянуть этот объем просто фермер по объему своего производства. И все сложности контроля, приема там мелких партий на склад, их дистрибьюции и так далее. А вы к ним выезжаете, когда аудит проводите? Да, конечно. Смотрите, что это реально. У нас своя служба качества, мы к этому, наверное, бескомпромиссно относимся к качеству. Стандарт ISO 9001 у нас, наверное, мы его с 2004 или 2006 года поддерживаем. Мы были, наверное, первым на рынке продуктового ритейла, кто как раз озаботились сертификацией по менеджменту, стандартам менеджмента качества. Ну, у вас вот, получается, и мы до сих пор стандарт поддерживаем. Фермеры, получается, локально даже внутри сети встают, да, в какие-то места? Да, конечно. Места? Да, конечно. Фермер может встать в несколько магазинов, да, но понятно, что в других магазинах та же ниша, аналогичные продукты будут, но они будут уже от других фермеров, вот, но невозможно сделать так, чтобы, придя в любой магазин азбуки вкуса, можно было найти продукцию любимого фермера. Нет, обычно это такая локальная история там, для каких-то там большого количества магазинов. Это все-таки больше вам надо или больше им нужно? Ну, судя по тому, что мы получили 400 заявок за неполный месяц, им тоже это нужно. И любое производство, оно, наверное, может быть успешным только в том случае, если налажен процесс сбыта продукции. Это очень важная составляющая. У нас есть несколько примеров наших фермеров, которые выросли, по сути дела, на взаимодействии, на партнерских отношениях с азбукой вкуса. Прежде всего, ферма братьев Чебурашкиных. Вот, ну и еще несколько примеров таких же замечательных у нас есть. А,
Вот сейчас говорят, что покупатели перетекают в форматы, которые, скажем, подешевле, люди экономят. Вы как-то замечаете какие-то изменения в покупательском поведении? Либо ваша аудитория, она стабильная, обычная, никаких перемен нет? Ну, наша аудитория сейчас, она как ни странно, она растет, и даже растет, наверное, чуть быстрее, чем год назад. Но видим, да, что, несмотря на то, что клиентов становится больше, покупать они стараются иногда меньше. Понятно, что это больше касается, ну, скажем, репертуарных клиентов, которые заходят в Азбуку иногда, вот, и не покупают полную корзину. Вот, но так или иначе, мы видим, что, может быть, это еще связано с таким выходом из вот этого пандемийного, потому что сейчас, когда сравниваешь историю год с годом, все-таки год назад пандемийные ограничения еще какие-никакие, но действовали. А пандемия, она всегда характеризовалась снижением частоты покупок и ростом среднего чека. Сейчас эффект такой немножечко обратный. Что-то вы как-то с ассортиментом работаете, учитывая вот эти вот, скажем так, перемены, то, что вы говорите? С ассортиментом мы работаем постоянно, непрерывно. И нет, а именно вот в связи с этими вещами? Ассортимент всегда была сильная сторона Азбуки Вкуса. Вот. Сейчас, конечно, ну да, приходится искать разные альтернативы, но это, в принципе, для нас уже ситуация такая довольно привычная. Это в 2014 году было неожиданно, может быть, и не совсем понятно, что с этим делать. И тогда, наверное, удар именно по такому свежему сегменту, который для нас был, ну, особо любим и интересен, он был таким более, наверное, критичным. Вот. Но мы с тех пор сильно нарастили объемы собственного производства, как я уже сказал. Четверть товарооборота – это, наверное, довольно большая цифра. То есть мы довольно крупный производитель еды. Вот. Кроме того, у нас есть свое фермерское хозяйство и свои собственные коровы, из которых мы делаем мясо. У нас продаются замечательные стейки разных видов, бургеры, которые мы делаем и которые продаются в наших кафетериях. Тоже из нашей собственной говядины. А собственная торговая марка у вас как себя чувствует? Собственная торговая марка сейчас прекрасно себя тоже чувствует. И мы произвели ее ребрендинг и сейчас начинаем, ну, переодевать уже тут привычный нашим клиентам СТМ «Просто Азбука» уже в новой упаковке, которая значительно более интересна, привлекательна. Лучше Но считывается на сегмент полке. Сегмент остается тот же самый, да? А сегмент для ассортимента бренда «Просто Азбука» – это такой value for money. Это продукт, в общем-то, на каждый день, но который обладает достойным качеством, за которое нам не стыдно. То есть это не продукт первой цены, но это продукт, который очень правильный с точки зрения и технологии производства, и всех ингредиентов. Вот, за который, еще раз скажу, нам не стыдно. А как часто вот. Вы... Есть еще один бренд «Азбука Вкуса», который мы сейчас активно тоже запускаем. Это продукты, которые уже обладают некоторыми уникальными свойствами, то есть которые чем-то выделяются от всех остальных, наверное, продуктов в данной категории. Вот. Тогда они действительно являются, ну, наверное, как-то более или там особо ценными. Вот, может быть, это продукт, который делается по очень аутентичной технологии, либо реально продукт привезен с его родины, либо еще как-то. А как часто вы меняете, скажем, состав вашей СТМ? То есть что-то заводите, что-то выводите? Вот это... Ну, это скорее больше о собственном производстве, наверное. Там, во-первых, есть ротация самих блюд, потому что мы постоянно изобретаем новые рецептуры, новые линейки, там обновления, да, сезонное обязательно, конечно, отрабатывается. Так, еще у вас есть такая вещь, как сервис советов нутрициолога. Насколько это востребовано, насколько есть, это пошло? Пока это, наверное, такой шаг, надеюсь, не очень отдаленное будущее, потому что мы всегда, ну, стараемся какие-то тренды задавать, всегда очень сложно идти на шаг впереди, но... Наверное, правильное отношение к своему организму через правильную еду и, наверное, изменение образа жизни, повышение качества жизни за счет правильного питания – это те тренды, которые сейчас абсолютно понятны, они набирают обороты. Но очень важно, чтобы здесь не было, чтобы это было, ну, не просто слова, чтобы это не было каким-то просто маркетингом, да, и такими пустыми обещаниями, а чтобы за этим была какая-то, ну, реальная суть. Ну, то есть вы тестируете какая-то вещь или что?
Мы это проводим, сервис мы так или иначе этот будем поддерживать. Вот. И кроме того, вот в этом направлении мы определенные шаги тоже планируем сделать. Пока о них рассказывать не буду, но скоро все будет. Хорошо, если коротко обозначить фокусы ближайшей азбуки вкуса, то вот на чем вы будете фокусироваться? Ну, у нас стратегия-то, она, наверное, всегда была неизменна и понятна. То есть это всегда дифференциация от рынка. Это всегда очень высокий, качественный, высокое качество и лучший сервис. И, кроме того, этот сервис, он достаточно многообразен, потому что сейчас под зонтиком азбуки вкуса родились и кафетерии, и замечательные вот эти наши собственные торговые марки, в том числе новый Азбука Лайф, который вот недавно запустился, по сути, с растительным мясом. Mm-hmm. Вот. И там есть кейтеринг, там есть предложения по, ну, внутри там, магазинному какому-то сервису. Чистка рыбы, нарезка сыра, там, изготовление каких-нибудь там сырных корзин и так далее, и так далее. То есть вот много внимания уделяется доставке, потому что больше 10% оборота Азбука делает уже за счет доставки и собственной, и партнерской через Яндекс.Еду, и теперь уже Delivery Club в скором времени. Но, то есть, ничего для нас на самом деле не меняется, потому что люди ели, едят и будут есть всегда. И, ну, естественно, по мере, наверное, и по мере нашего взросления, то есть мы многие, там, не знаю, в детстве не ели много вкусной еды, типа оливок, баклажанов и еще чего-нибудь, но с возрастом вкусы развиваются, они становятся, наверное, более правильными, более интересными, и тогда они приходят к нам. И мы способны удовлетворить любой вкус и сделать это приятно, качественно, весело и задорно. Спасибо большое. Мы вам удачи желаем в ваших начинаниях.